Робинзоны нынче в моде, лопастями хороводят и жужжат, что мир у самых ног. Ну а я такой курносый, сверху горб, внизу колеса, прям конек из сказки, горбунок. Я родился где-то в Польше, но в душе советский больше. На работе долгие года. И для тех, кто в небо рвался, в облака на мне поднялся. Школьной партой стал я навсегда. И пускай я безоружен, все равно я в небе нужен. Даже если воевать не суждено. Работягой безотказным я летал и над Кавказом. Ну а летчик был товарищ Мимино. Гамар Чубакин отспали Мимино. Даже если ветер тучи, все равно мне будет скучно в точку бы лететь из точки А. По прямой маршрута мало, я люблю фристайл и слалом. Слалом, это точно про Ми-2. Я еще с ведром летаю, в нем воды полно до краю. Но не оболью тех, кто внизу. Это славная примета, повезет вам, значит, где-то. Может, я куда-то подвезу. И пускай я безоружен, все равно я в небе нужен. Я стараюсь, хоть мне часто нелегко. От работы не косили, даже по небу носили мы корову на подвеске с валико. Камарджу Бугина звали валико. Небо бросить не сумею, все летаю, хоть старею. Тысячи за мной летных смен. Под винтом сердечко бьется, тарахтит, но не сдается. Не пристало ныть, ведь я ж спортсмен. Ну а те, кто помоложе, те, конечно же, дороже. Все блестят, как медный котелок. Ну а я такой курносый, сверху горб, внизу колеса. Как конек из сказки. Горбунок, мне пеняли безоружен. Что такое, я нафиг нужен? И на цепь меня сажали, как в кино. Но руками и винтами цепи рвали и взлетали. Мы сбегали в небо с другом Мимино. Гамар Чубакин отзвали Мимино. Чита говорит, чита Маргарита. Чита, чита Маргарита. Спасибо. Опять же, из того, что связано с песней, я с годами обнаружил среди всяких вот писем, которые мне приходят там в интернете, что песни, в общем-то, как бы иногда делают хорошее дело. После этой песни мне пришло какое-то сообщение от каких-то ребят, которые написали «Спасибо вам за эту песню, потому что благодаря мы ей узнали, что такое Мимино».